Более 3000 крестоходцев приняли участие в молитвенном шествии, которое прошло в Воронежской епархии. Мероприятие было посвящено памяти князя Владимира, человека, с именем которого связан один из первых крестных ходов на Днепр для крещения киевлян. О современных продолжателях традиций наш следующий сюжет. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы видно издалека, ведь это один из самых высоких православных храмов мира. Именно эта церковь и стала отправной точкой крестного хода. Колонны людей с молитвой не только о себе, но и о ближних и дальних, о городе и о стране, вслед за духовенством епархии шла по освещаемому первыми лучами солнца Воронежу. Крестный ход шел к храму святого князя Владимира, где состоялось богослужение. Этот приход, ведущий свою историю с 1999 года, был наполнен молящимися, которые когда-то, как и князь Владимир, приняли святое крещение и продолжили дело прославления Господа нашего Иисуса Христа. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Завершилось богослужение чтением молитвы ко Пресвятой Троице и пением величания святому князю Владимиру. Но торжества на этом не закончились. Сейчас, по окончании божественной литургии, здесь уже настоятель приготовил для всех молящихся концерт, будет живая кухня, так что праздник будет продолжаться.